И закінчилась друга загонка. Є здобич. Можна сказати, практично. Як я вам казав, що з нами сьогодні приймає участь мисливець, якого знають у всьому світі. І можна сказати, з першого пострілу, закривши очі, на відстані 300 метрів поклав звірюгу під назвою «Заєць». Оце зараз його там, з ним роблять різні там движення з цим зайцем. Но я можу вам сказати, що одному мисливцю повезло, бо крім того, що він буде мати кусок гарного дієтичного м'яса, то він ще буде мати шкурку, з якою пошиє собі, напевно, шляпу. Або жінці пошиє муфточку таку, знаєте, в муфточках один раніше. Оце жінці такий подарунок на Новий рік. Так що одному мисливцю сьогодні буде. Ні, не одному, а трьом. Ось така от вона. Нет, ты трофей будешь делать? Тебе что, уши надо? Уши, ага. Тебе вот, уши, вот, да. Вот эта людина, бачите, с мешком, вот то он и есть. Капуга. Это про что нам все рассказывать, это про него, чтобы вы знали. И еще вам больше скажу, что у нас поліський заяц набагато смачніший, чем якийсь там африканский носоріг и інші там екзотичні тваринки. Вот так. Человек, который убил 22 медведя, хочет сегодня убить лишь 23-го своего. Основная масса наших охотников, они охотятся там на птицу, на зайца, там на лису. Иногда, может быть, на копытных попадает счастье где-то в лес и попасть на охоту на копытных. А вот об охоте на медведя, это наверняка только либо где-то из программ, либо только от одного участника, который может быть посчастливится увидеть, и он может рассказать. Нам повезло, мы сейчас с охотником на медведя. И вот какая она охота на медведя? Ну, во-первых, это индивидуальная охота. Мы никогда не охотились с женой на берлоге, никогда. Потому что не понимаешь, как, что и куда. Поэтому, ну, может быть, медведи с медвежатами морально не готовы были для этого. А так обычно это либо после зимней спячки, когда они выходят весной на солнцепёки, на сопки или идут к океану где-то подбирать выброшенную какую-то морскую снеть, разговеться после спячки. Вот выглядываешь и начинаешь скрадывать. Поэтому самое эмоциональное. Долго-долго лежишь, долго-долго высматриваешь, потом долго-долго ползёшь, переползаешь, перебегаешь, поднимаешься на другую сопку, чтобы его увидеть, а он ушел. Так что бывает такое. А бывает такое, что брали 3 медведя за 2 дня. Бывает такое. Так что, ну, как любая охота, как Бог даст, как удача повернет. В принципе, на охоте происходит все то, что, ну, может произойти, все происходит. Поэтому не отношусь к тому, что этого быть не могло. Приключения есть приключения, поэтому, ну, единственное, что не могу объяснить, вот был случай на охоте в Канаде, преследовал раненого медведя вдвоем с гидом, и медведь уходил в горы. Идем по кровяному следу и упираемся в скалу, на вершине которой была сосна, которая упала и корнями держится на верхушке, а вершинка здесь. И медведь поднимался по ней наверх. Говорит, обошел слева, я обошел справа, смогли подняться на эту скалу, выходим наверх. Получается, что я первый подхожу к этому месту. И я смотрю вниз, на середине скалы такой как маленький уступ, как балкон. И на нем лежит медведь. Вот он дошел по сосне до середины. Поднялся, высота скалы, наверное, метров 15, он поднялся метров на 10 и спрыгнул с этой, ну не сосна, а кедр. С этого красного кедра спрыгнул на этот балкон. И лежит, вот я его хорошо вижу. И я его держу под прицелом, но я не стреляю, потому что я хочу дождаться гида, чтобы, ну, вдвоем. И я вот перевожу взгляд, кричу: «Фрэнк, бэр!»
он подходит, я перевожу взгляд на балкон, а медведя нету. Я ему говорю, вот здесь был медведь. Он говорит, не может быть. Я залажу на это бревно, начинаю спускаться, спрыгиваю на этот балкон, показываю ему все руки в крови, вот он здесь был. Но как он мог спрыгнуть, потому что внизу были огромные камни, валуны, ну то есть, ну, с 10-метровой высоты прыгнуть просто вниз на камни медведь не мог. Подняться сюда ко мне не мог. Как белка пробежать по бревну не мог. Первый след, когда мы опять спустились вниз, мы понимали, что он первый след с кровью был метрах в 40 от того места, вот от балкона по прямой. Как медведь, я не видел там какого-то уступа, карниза, по которому он бы, грубо говоря, вот слетел на крыльях. Потом мы его добрали, конечно, но было удивительно, как он мог. Я говорю, мгновение взгляд отвел, вот, посмотреть и опустить вниз, его уже нет. Ну, медведи медведями, а любая охота, так бы вообще не охотились. Ездим на все, и с собаками на птицу, и без собак на птицу ездим. И, естественно, копыта, тут никуда не денешься. И облава тоже, потому что со своими ребятами всегда встретиться среди года не получается. А так, когда сезон, на облаву 2-3 раза стараемся выехать. Поэтому, ну, любая охота памятна, не только медведи. Не прав я, потому что, ну... Иначе бы не ездили. А так хочется новых впечатлений, всегда едешь и ждешь, что следующая охота будет интереснее, чем любая, которая была до этого. Поэтому ездите на охоту, пожалуйста. Так, шановні, пане, так хто постарші люди, сідайте в білу машину, хто помоложе, всі за мною. Там ви старші, ви. Можу сказати так, що крім загонщиків, на мене поки що більше нічого не вийшло. Але так як загонщики занесені в червону книжку, тому стріляти по них заборонено. Можу що сказати вам? Оце... Має друга Віталіка, оце організатор цього всього дійства, поставив мене, каже, бачите цю дорогу? Он. Це каже, що це протоптали олені, кози і кабани. Каже, і ти от... Вставай на цій дорозі, і вони будуть так бігти, що ти прикладом будеш єлі в них відбуватися. Оце, о, бачите, один кабан біжить, кричить, зараз там он, другий справа, отака от. От має таких друзів, йолки-палки, поставив, так називаю. Отак. Третя. Загонка закінчується, взагалі без пострілів. Та-та-та.
закінчилось полювання і настріляли, слава Богу, трофеїв, і всі мисливці живі і здорові. І у нас є... дивлячись в очі ось цього, можна вже назвати навіть матьорого мисливця Сереги, бо поцілував козу так в одне движення, що ого. Так не розказуй нікому. Коротше, самі побачите. Да. Перше в житті здобув трофей, ми його за це всі вітаємо. Дякую. Зараз буде доставити. Дякую. Отака от звіжуха. А що і як буде відбуватися на другий день нашого полювання, ви вже подивитесь в наступній серії.